Всем привет, ребят! Отличного всем вечернего настроения. Сейчас посмотрим игруху под названием Суперход. Какая-то инди-игрулька по стрелушке, завязанной на остановке времени, что-то в таком духе. В общем, ролик интересный. И посмотрим, интересная ли игруха. Не знаю, что меня там ждет. Интерфейс в стиле DOS здесь сделан. Рейв, привет. Система DOS. Забавная такая менюха. Всякие настроечки. А-ля как на старых IBM-ах. Да, стримим DOS. Сейчас я буду обучать вас работе в DOS. Рейв, усаживайся подобней. Ладненько, поехали, посмотрим, про что игруха. Диггер я уже прошел. Сейчас будем суперход. Прехисторика, что там еще, какие игры у нас в досе были. Warcraft 2. Go. Ничего себе, какая загрузка. Добро пожаловать в Матрицу. Все, что ли, повисло? What the fuck? Так, перемещаться в ASD. Прицеливаться на мыше. Что-то не сказал бы, что здесь. Что здесь 60 кадров игруха выдает. Потому что перед стримчанским я настроечки не проверял. Так, а угораю над тем, неужели она тормозить меня будет? Я хочу 60 кадров. Тут и графика-то никакой нету. Ладно, возможно, индюшатина так оптимизирована. Не буду на это обращать внимания. А вот курсор, который у меня в окне плавает. Сейчас, секундочку. Она релизнулась вчера, эта игруха. То есть полноценный релиз состоялся. Поэтому сейчас будем смотреть. Ёлки, её в оконном режиме запустила. Она мне что-то... Так, скрывает, наверное, курсор. Сейчас, секунду. У меня здесь курсор по экрану ездит. Нужно от этого избавиться. Скрывать указатель мыши. Запереть мышь. Игнорировать потерю. Что за фигня? Я вернуться никак нельзя, что ли? Заново нужно Enter. Почему я вижу курсор мыши? Блин, так неинтересно. На стриме-то его не видать, наверное. А, нет. Блин, дурдом. Кнайт, попробуй пули руками отбить, у тебя в предыдущей версии получалось. Я первый раз, если честно, в эту игру играю. Может быть, мне перезапустить? Давайте, ребят, быстренько я перезапущу. Такие технические здесь неполадки. Мне не нравится то, что курсор мышки я вижу. Вот так вот люди и работали в 90-х годах. Увеличенный квит. Квит. Квит.exe. Русской версии пока что нету.
Так, все, вроде бы с курсором я разобрался. Поехали. Начинаем, мазафака. Но вот на кассетках я не играл. Я, наверное, не застал это время, либо чем-то другим занимался. Знаю, что были такие приставки, но кассетные, но не играл я на них. Так, значит, время течет одновременно с моим перемещением. Какой-то здесь красненький мужичок. Время движется только тогда, когда вы движетесь. Подсказывает нам тут. О, левый клик стрелять. Ох, нормально. Мимо, да ладно. А что такое, патрон нету? Что делать? Хэдшот. Что же с... мой мозг. Супер ход. Супер ход. Супер ход. Так, клик to over control. Психологический тест какой-то. Краб за ган, граб за ган. Возьмите пухом. Ну, на спектрумах я не играл. Так, забираем пуху. Надо, наверное, синсу мне чуть поменьше сделать. Долго оружие перезаряжается. Что за... Умри, демон! А где музяка? Здесь музяки нет, что ли, никакой? Музяка бы не помешала. Нажмите R to restart. What the fuck? Сейчас разберемся. Оп, минус один. Перезарядочка. Оп, минус два. И на опережение. Нет? Ох, ты ж там еще мужик справа убежал, а я его не заметил. Мне, наверное, убил как раз тот раз. Какая сложная игра. Умри, да ёлопала ты мимо. Так, пуху на правый клик выбрасывать. Это я понял, а что дальше-то делать? Попал я ему промеж ног. Рукопашка. Нормально. Где мне ствол-то взять? Опаньки, матрица. Но это было красиво. Повторно показывает. Вынос мозга какой-то. Симер, привет. Игруха называется Супер Ход. Здесь уже 10 раз это произнесли. Супер Ход. Супер Ход. Ох, и убили сразу. То есть, когда двигаюсь я, движется время. Если я стою на месте, время стоит тоже на месте. Вот такого рода здесь геймплей. Почувствуем себя Нео из Матрицы. Ох ты ж, да как так? Прилетело. Так, ну окей, уворачиваемся, уворачиваемся от пуль. Ну же. Бум! Бум! Дабл килл! Он так и будет суперход говорить? Суперход. Суперход. F5 повтор. То есть в реальном времени здесь показывает, как я это все сделал мастерски. Оп, оп, оп. И дабл килл сразу. Нечитабельный текст. Зажмите левую кнопку. What the fuck? Поехали дальше. Я думал, здесь музяка какая-то будет. Правый клик, throw weapon. Ну, кидает оружие, это я уже разобрался. И можно отобрать оружие. Забавно. Пересвет, конечно, адский тут. Дабл килл. Что такое? Патрон нету. Ох, и кинул оружие. Окей, повторяем. Упоря.
Не, Симир, ты просто не шаришь в таких играх. Так, кидаем оружие, забираем. Упори — это дотка и прочая ересь, которую ты в прошлый раз предлагал. Так. Да ладно, прям над головой. Нету патрона. Ну же. Так, прыгать. А, может прыгать герой. Только для чего? Пустой ствол, и чё мне их в рукопашку убивать? Так, лады. Оп. Да что тебе. Она оказалась сложнее, чем я думал. Бросили оружие, подобрали оружие, ворвались. Стрельнули, не попали. Стрельнул, не попал. На опережение. Я в него, и он в меня. Бросили, подобрали. Ворвались. На опережение. Фак. Должен был попасть. Да ёлопал. Странно здесь. Я одной пули не... не попал. Бум. Чё, у меня мозг взрывается. Кто меня убивает-то? Вроде бы все правильно сделаю. Бросил. Взял. Нет, не взял. Взял оружие. Два, наверное, здесь нельзя носить. Сейчас-то я точно его убью. Да. Так, у него еще один ствол. Бросил. Да, по зубам. Подобрал ствол. Аккуратненько. Хедшот. Нет, не попал. Супер. Супер ход. Ну-ка, реплей. Оп. 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 Странно то, что в повторе звуков нету. И обещаю тут еще игруху под Oculus Rift сделать. Так, окей. Продолжаем дальше. В Oculus Rift, наверное, вообще вынос мозга будет. Ударил. Отобрал. Отобрал оружие. Убил. Дабл килл. Развернулся. Никого нету. Ох, какой-то он шустрый-то. Так ладно, ты над ухом пролетит. Нет. Все-таки попал. Слева еще один. Перезарядка. Нету патрона, бросил и умер. Прям день сурка какой-то, ударил. Взял ствол. Первый улетает под поезд, второй умирает от хедшота. Третий умирает от хедшота, разворачиваемся. Из-за угла убегает еще один хедшот. Выкидываю оружие. Подбираю второе, разворачиваюсь. На опережение. Мимо. Фак. Нет, как-то задел его в плечо. Да ладно-то. Все же круто получается. Кто-то, по-моему, стреляет по мне там. А, здесь еще разрушение есть, фига себе. Что вместо ботов скины запиливать, как в GTA? Не, ну если бы какие-нибудь аватарки хотя бы на лица можно было наклеивать, было бы прикольно. Хотя тогда игра получила бы какой-нибудь рейтинг, наверное. Так, вышел из угла. Убил. Выкинул. По три, по-моему, патроны в пистолете.
Ну как так? Еще слева убил. Ух же скач. Не, можно кого-нибудь там из френдлиста аватарки поналеплять здесь на противников. Было бы прикольно. Прикольно играет, который еще в альфа-версии на кикстартере. Да, Тазман релизнулась она вот вчера. Сегодня только я решил глянуть. Закончились патроны. Нет, не закончились. Неужели в торс надо стрелять? Как-то они... лихо уворачивается. Оп. Бум. Выкинул. Взял. Развернулся. Еще один стреляет. Мимо. Да ладно, мужик. Еще как-то задел меня в плечо. Каждое последующее прохождение будет эпичнее. Как последний рубеж кинца. Бум. Взял. Выстрелил. Перезарядочка. Бум. Развернулся. Из-за угла еще один. Бум. Убил. Выкинул. Поднял. Развернулся. Бум. Хедшот. Выстрелил. Да ладно. Такое ощущение, что у них патроны быстрее летят, чем у меня. Выкинул. Подобрал. Бум. В горло. Фу, да ладно. Прям на пульку. Взял. В грудак. Пофиг. Я тут по головам выцеливаю. Убил. Выпрыгнул из-за угла. Убил в плечо. Выкинул. Взял. Развернулся. Убил. Убил. Выкинул. Подобрал. Убил. Развернулся. Убил. Выкинул. Суперход. Вот. Изи. Ну-ка, повторчик. Вот так надо проходить. Просто мастерское прохождение. Не, ну могли бы звучок запилить сюда и... был поприкольней. Поехали дальше. Прям с этого места и продолжаю? Окей. Неавторизированный доступ. То что-то по типу загрузки, наверное, был. Ох, крыша снос какой. Куда я полетел? What the fuck? Так задумано было? Эта игра рушит все границы. Входящее сообщение. Ну-ка. Что ты думаешь? Или что-то задумал, вот здесь инк. А, просто по клаве бьешь, он сам пишет. Interesting idea. Not sure what I am supposed by doing so. Забавно придумали. То есть по любым клавишам бьешь на клавиатуре, он пишет. Пишет текст. Так, отправили. Русского языка пока нету, но перевод делается для игры. То есть при запуске там написано, что русский язык в процессе еще. Делай вид, что я сам это пишу. Ни в одной игре такой фишки нет. Ну, я, по крайней мере, не знаю такие игры. Следы за белым кроликом, да-да-да. Нео, ты готов? Синяя или красная таблетка? Обновилась игруха в процессе. И продолжаем дальше. Супер ход. Get over it. Начали на какой-то стоянке. Оружия нет. Ох! Да ладно.
Сразу тачка сбивает. Джамп! Ох, эпичник. И из-за угла убегает мужик. Я запрыгнул на тачку. Уворачиваюсь. Нет, не увернулся. Прыжок. Еще один прыжок. Удар. Подобрал ствол. Убил. Сзади еще мужичок. Ну, естественно, с такого расстояния хрен попадешь по нему. Нет, попал. Еще один убегает. Сзади еще один. Да ёлы-палы, сколько вас там? Выкинул. Взял. И в голову прилетело. То есть, когда мышку я двигаю, время тоже чуть-чуть, но двигается. Октобер, привет. Да, битва с красными агентами Смит. Бум. Симулятор. Симулятор стрелка. Да ёлы-палы-то. 6. Выкинул. Подобрал новое оружие. Убил. Убил. Еще одного убил. Выкинул. Хотя можно в них кидать. Бум. Бум. Нет. Ничего себе, он пистолет взял, подобрал и увернулся от моей пули. Еще попасть по нему надо. Нет, патрон. Бросил. Ударил. Еще ударил. Супер. Супер. Вот. Супер. Так, повторочек. Ну-ка, в реальном времени покажите мне. Три раза не попал. Убил. Бросил. Подобрал. Убил. Еще раз убил. Еще раз убил. Какой меткий стрелок ты, ёлпал. И в рукопашке последнего забил. Поехали дальше. Супа. Ход. Дело было в баре. Да ладно, бутылку подбирать можно. Мошоц. Бросил в голову. Отобрал ствол. Убил. Врывается еще один. Делаем минус. Выбрасываю. На всякий пожарный. Разворачиваюсь на 180. Убиваю. Нет, не убиваю. Фак мимо. Убиваю в сердце прямо. Пока никого... Еще один вбегает в бар. Убиваю второго. Выкидываю. Подбираю. Разворачиваюсь на 180. Никого нет. Еще разворачиваюсь. Снова никого нет. Выбегает снова еще один чувачок. Убиваю в плечо. Да сколько их там на бар-то нападает? Да ладно. Еще и подрезал как-то меня. Так, хорошо. Кинули. Зачем ты еще ударил? Подобрал. Бум. Бум. Убил. Выкинул. Подобрал. Убил. Ну же, убил. Выкинул. Подобрал. Убил. Выкинул. Подобрал. Развернулся. Стрельнул. Идеально? Да, симулятор агента Матриц. Тренирует здесь стрелков. Суперход. Зачем так суперход говорить после каждой миссии? Гипнотизирует к покупке. Суперход. 29.99 в Стиме. В Стиме. Суперход. В Стиме. Только сегодня. Со скидкой. Супа. Супа. Стим. Так, ну поехали дальше. Да-да-да, я комментирую свои действия, чтобы потом можно было переигрывать бесконечное количество раз. Отчет такой для начальства тоже. Дело было в какой-то тюрьме. После бара главного героя посадили в тюрьму. Ничего себе, с бейсбольной битой, он офигели. Бум. На тебе, с локтя просто. Разбили черепушку.
Фак, там их трое сзади. Сейчас разберемся. С локтя. Три удара нужно. Развернулся. Ударил в голову. Подобрал биту. Разбил черепушку. Увернулся. Разбил вторую черепушку. Увернулся. Бум. Бита тоже покоцана. Выкинул ее нафиг. Взял новую. Тут рубаются охранники. Минус один. Бросил биту. Подобрал. Разбил еще одну голову. Еще одну голову. О боже мой, еще одну голову, да, выкинул. Супер ход. 29-19. Так, показывай повторчик. Нормально, просто подхватил биту. Не, ну это было бы классно. Вот в этой миссии мне нравится, когда со всех сторон сразу же нападают. Такой бурный экшен идет. Просто представить ту же самую игруху, только с классной графикой. И в Oculus Rift. Наверное, круто будет. Особенно повторочки потом пересматривать. Ну, когда уже в реальном времени все это дело смотришь. Едем дальше. Так, после битвы с охранником. Другие тюремные. Как их назвать? Ну, другие мудюки подождали его. В сортире, сейчас будет драка. Оп. Оп. И по заднице. Ударил с локтя. Подобрал бутылку. Разбил об голову. О боже мой, божественный. Ох, из дробаша меня убили. Не успел еще убежать. Ударил, взял бутылку. Бросил. Он еще жив. Прыгнул в комнату. Подобрал бильярдный шар. Бросил его метким попаданием в бармена. Взял еще один шар. И не увернулся от второй дроби. Ну ничего, у нас есть суперспособность перематывать время. И повторять один и тот же момент или день бесчисленное количество раз. Бросил бутылку, впрыгнул. Подобрал шар. Бросил. Подобрал второй, бросил. Подобрал третий, бросил. Подобрал четвертый. Новый стратов, в прыжке. Бросил. Взял чашку, тоже бросил. Подобрал ствол, убил. Подождал перезарядочку, убил второго. Выкинул. Садиться нельзя, где дробаш был? Дробаша не вижу, взял стаканчик. Бросил. Бутылочку бросил. И тут мне, блин, так классно же было. Ну почти. Особенно с бильярдными шарами. Подобрал. Сразу в голову. Еще удар через бутылку. С локтя в затылок. Впрыгнул в комнату. Взял шар. Бросил первый. Второй. Третий. Врываюсь к барной стойке, чтобы взять дробаш. И умираю. Попытка 368. Так, замочил сортире. Взял бутылку. Бросил в голову. Пробил. Два удара. Впрыгнул в комнату. Ух ты! Нужно было просто стоять на месте, она от меня облетела. Жалко, с ноги еще бить нельзя. Было прикольно. Прыгнул в комнату. Начальная страта... просто идеальную. Нужно, наверное, в голову ему выцеливать. Странно, друг куда-то убегает наш. Побросался в него, взял дробаш. Это уже другое дело. Сразу даблкил. Ох, красота. Я так понимаю, в дробаше всего две патрона. Так, здесь бита. Очередной даблкил. Точно две патрона? Нет, еще может стрелять дробаш. Все-таки три выстрела. Вот это плохо. Взял биту, увернулся. Разбил черепушку, выкинул, подобрал ствол. Развернулся на 180.
Ох, какой хедшот. Финалочка вообще отличная была. Вот так вот дела делается. Бум. Идеальное прохождение. Супер. Едем дальше. Супер. Супер. Ну, бильярдные шары, да, конечно, много там попаданий нужно. Так. Появляюсь непонятно где, с бейсбольной битой в руке. И тут же меня убивают. Лады. Отсчет полицейского. Разбил черепушку, выкинул, подобрал. Он выстрелил. Сделал дабл килл, выкинул в окно, подобрал еще один пистолет. И тут меня убивает в ухо. Да ладно. То есть она дальше... Дальше не летит. Через стекло. Но это как-то нереалистично. Каким-то чудом я мужичок здесь убил. Напрыгиваю просто на охранника с бейсбольной биты. Пробиваю в голову. Кидаю, отбираю ствол. Убиваю в голову. Выглядываю за угла, убиваю второго. Уворачиваюсь. Убиваю. Оглядываюсь по сторонам, выкидываю. Тем временем ворвался какой-то толстяк с дробашом. Они друг дружку, что ли, убивают? Что-то я не пойму. О, в меня прям летит. Что делать? Ничего не делать, умирать. Бум. Бросил. Взял. Убил в плечо. Вроде бы подобрал пистолет с обоймой. Хотя, может быть, тоже с катаной. Фига себе, хочу катану. Почему у них патроны пролетают через стекло, а у меня нет? Выкинул. Взял катану. Сделал удар, но и тут же... Нет, нормально режет она. Ух ты ж, прям разрезание. Разрезали эти. Впрыгиваю. Делаю второй фраг. Разворачиваюсь. И двумя меткими выстрелами в правую титьку. Да чтоб тебя. Пульки еще как-то по странной траектории летят. Хорошо, напрыгнул. Будем ускоряться с каждым последующим прохождением. Отобрал ствол, ворвался. Сделал минус. Нет, не вернулся. Отобрал пистолет. Сделал минус. Увернулся. Сделал второй. Да что в тебя? Промазал, сейчас умру, да? Бросил биту. Отобрал ствол. Откуда у нас друг с дробашом побежит, а вот и друг с дробашом. Не, ну тут прям явно не хватает музычки из матриц. В прыжке убиваю еще одного паренька. Выкидываю пистолет и умираю от дробаша. Не, ну это не серьезно. Давай, Нео. Где там пистолет? Раскроил черепушку. Летит мне очередная пуля. В прыжке я врываюсь к мужику. С локтя пробиваю, отбираю оружие, разворачиваюсь. На опережение убиваю мужичка с шотганом. Нет.
Ну нет, так нет. Попытка номер триллиард. Раскроил сразу черепушку битой. Забрал оружку. Стреляю на опережение, убиваю. Тут же даю второй минус. Выкидываю оружку. Подбираю еще один пистолет. Вижу на земле второй. Убиваю дальнего охранника. Разворачиваюсь. На 90 градусов. Убиваю еще одного охранника. Бросаю пистолет перед собой. Подбираю еще один ствол. Убиваю третьего охранника. Выпрыгиваю из-за угла. Убиваю парня с катаной. Разворачиваюсь на 180. И китаёс за меня убивает. Не, ну здесь если будет какая-либо девушка в красном, то она явно будет другого цвета. Бросаю биту. Убиваю. Так, ну это не серьезно, надо проходить тоже уровень. Все, сосредоточились. Длинный какой-то отчет получается на этот уровень. Бросил бит. Отобрал ствол. Выпрыгнул. Дал хэдшот. Повернулся от пули. Дал еще один хэдшот. Нет, тут пуля убивает. Пуля разбивает пулю. Вот такие вот дела здесь. То есть можно попасть в пулю. Выкинул ствол. Подобрал еще один. В прыжке убиваю парня с дробашом, которого почему-то нету. Парень с дробашом сзади. И каждый раз по-разному, что ли, развернулся. На опережение убил мужичка. Выкинул. Подобрал. Убил парня с дробашом. Нет, не убил. В прыжке прыгаю зачем-то, не знаю. Вот теперь точно убил парня с дробашом. Да чтоб тебя. Как сложно-то. Ёлопал. Ощущение, что озвучные фильмы. Ну это комментарий, да. Комментарий бывшего сотрудника спецслужб, который рассказывал, как все дело проходило на его тайной операции против наркоторговцев. И тут ворвался я к ним в бордель. Все началось с того, что по непонятной причине у меня в руке была бита бейсбольная. Я ее бросил в первого охранника, отобрал у него оружие. Выйдя в дверь, увидел еще двух противников. Меткими выстрелами я их положил. Развернулся на 180 градусов. За мной бежал китаёза. Он увернулся ловким движением от моей пули, подбирая оружку. Я бросил в него пистолет. Попал ему в голову и двумя точными ударами. В темечко я его вырубил, забрав тем самым его оружие. И откуда ни возьмись, в комнату врывается еще один паренек с дробашом. Метким выстрелом в прыжке я убил парня с дробашом. Метким выстрелом я убил парня с дробашом. По мне стреляет с дроби еще один китаёза. Я в него кидаю ствол, забираю дробаш. Тут же стреляю с дробаша. В дверь врывается еще один якудза. Я метким выстрелом убиваю этого якудзу. Бросаю дробаш в парня с катаной. Вот летающий катану схватываю в воздухе, ну хватаю в воздухе и в прыжке разрезаю пополам еще одного якудзу. Сзади на меня нападает большой негр. Пройдено. Ну, может быть, добавят потом октябрь за 29,99, чтобы разных цветов они были. DLC такое. Мы добавили разные цвета. Ну-ка посмотрим в реальном времени. Бум! Бум! Ну вот так дела делаются. На изичах просто. То есть здесь сделано наоборот. Обычно в записи пересматриваете в замедленном режиме, а здесь вот проходите в замедленном, а записи в реальном режиме. Едем дальше. На меня ехал грузовик. После того, как я выбрался из этого здания, ехал грузовик и бежал еще один якудз. Я развернулся на 180 градусов и прыгнул в подворотню.
Нет, не прыгнул под воротник. Я сразу развернулся на 180 градусов и запрыгнул в подворотню. Грузовик проехал мимо меня. Снова ловко выпрыгнул из-за угла, никого не увидел. Я решил последовать за грузовиком. И откуда ни возьмись, с М16 выбегает мужичок из-за грузовика. Так, хорошо. Я запрыгнул в подворотню. Грузовик проехал мимо меня. Я решил побежать за грузовиком. Выпрыгивая из грузовика, метким ударом в темечко, а точнее в правый глаз, я убил парня с М16. И вот это раз следующий. Запрыгнул в подворотню. Побежал за грузовиком. Выпрыгиваю из грузовика. Забираю калаш. Нет, это М-ка вроде. И убиваю. Ой, она сама стреляет что-то. What the fuck? То есть она почему-то стреляет сама. В переулок забирали еще трое. Трое противников. А, все что? Изи. Ну вот так происходило дело. В подворотне. Не, ну я же от суперагента Тазман прохожу. Зачем мне бутылки? Он голыми руками, смотри, как всех положил. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И сразу квадрокил. Да, похож. Грузовичок-то. Снова я выйду. Неавторизированный доступ. Кто-то к нам взламывает нашу игру. Вламывается. В нашу систему. What the fuck? Снова входящее сообщение. А зачем они добавили текстовые сообщения в этой игре? Чтобы что-то по типу сюжета смысла было? Заставляет меня печатать. А, вот гениальный Симмер, на самом деле, да, чтобы глаза отдыхали от белого, добавили вот эти вот диалоги. Пару миссий прошел, отдохни. Но опять же, точная инфа была, что они планируют еще поддержку виртуального, ну, шлема виртуальной реальности добавить в этой игре. Там либо будет очень-очень круто, либо мозг потечет вместе с глазами. Ручейком. Ну, при прохождении. Снова какое-то обновление здесь ставится. Поехали дальше. Видите пароль? Доступ закрыт. Введите пароль. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Вот, нормально. Второй пароль подошел. Сюда бы DLC из игры, где при убийстве всякие MLG-мемы и спрайты выскакивали. А была же подобного рода игруха. Тоже какой-то инди-шутерок со всякими мемами там и прочими звучками из интернета, выносящими мозг. Какой-то шутерок индийский был такой. Чисто по фану. What the fuck. Сбой системы. Они взломали систему, сообщение написалось. Ничего себе. О, ничего себе, дробаш. Боюсь, не успею. Да.
Но пулькой в пульку я стрелял уже. А катаны нужно попробовать будет, если можно разрезать пули катаны. То это забавно. Ловко я их обижал. Нет. Да-да-да, Смита захватывает матрицу. Пробежал парни с дробашом. Встал в угол. Ух ты! Заруба была нереальная. В комнате центрального управления. Нету патронок-то, ребята, нету. Бросил на опережение оружку. Спас себя от пули. Подобрал шотган. Метким выстрелом положил еще одного. Дождался перезарядки. Положил второго. А, все что? Изи. Прицел катаны наводишь, когда пуля красная, то режешь. Но довольно-таки ловко здесь вышло в этой миссии. Дробаш решил все. Изи. Супер. Супер. В конце фильма «Матрица» Нео показывает нам, что они сами в «Матрице», так как он перезагружает ее на один раз. Это ты сейчас о чем, Тазман? Я уже смутно помню, чем там матрица закончилась. Наверное, да. Ты прав. Ох ты. Снова какое-то сообщение. Вроде бы одна миссия только прошла. Фак. Хватит переписываться. А, то есть он что-то не то написал, и система подправила его сообщение. Какой-то юмор даже. Система уже взломана, подправляет за нами сообщение. На этот раз я сам пишу, или нет? А стереть никак нельзя. Супер. Ход. Стоп. Wait for the signal. Ждите сигнала. То есть оказался я в какой-то камере. Walk. Keep walking. Да двигаюсь, я двигаюсь. Что вы мне пишете? Keep walking. Блин, зачем эти сообщения? У меня так фобия какая-нибудь разовьется, вот честно. На весь экран эти сообщения, что со вспышкой с какой-то. А, Don't Move он там пишет. Ой, придумали. Хороший песик, говорит. Все, что ли? Тролльная миссия какая-то. Потроллили меня. Двигайся, двигайся, не двигайся, двигайся, не двигайся. 4-5. 5-4-3-2-1.
Хороший песик. Взял шотган. А, выстрелил. А, то есть с крыши я его скинул. Еще себе далеко он улетел. Оказался я в какой-то больничке. Блин, жесткий пересвет. Осталось два выстрела. Спрыгнул вниз. Ну, вернее, один. Выбросил шотган. Добрал оружку. И убили в плечо. А ну он так и так вниз улетает. Так. Как он умудрился меня убить? Фак, шотган не подобрал. Ну, дробаш же должен там кого-нибудь срезать. Нету патрон. Взял. Да. Аккуратненько. В дробаше пулик нет. Подобрал пистолет. Метким выстрелом в пузо. Нет, не метким выстрелом. Там и дробаш, и М16, офигеть. Нет, что ли, патрон? Да ладно. О май гад. Умри, демон. Серьезно? Ни одна дробинка не попала. Надо за пистолетом вернуться, издалека перестрелиться с ними самое то. Выронил немочку, но, к сожалению, что-то не вижу я на земле. Парень пытается поднять дробаш. Тут же умирает. Лежит эмочка. Да ладно. О-о-о. Чем дальше, тем сложнее получается. Кулаком пульку отбей, ты шутишь? Семечка вчера вышла нам. Суперход. Игруха релизнулась вчера. Ух ты, как ловко я его обошел. Должен, да, убил. Выкинул шотган, подобрал пистолет. Если не умру от М16, то все будет чики-пуки. Не, ну эмочка, конечно, хорошая. По три выстрела делает. Бум. Изи. Не, игра про Нео из Матрицы. Мастерское прохождение. Ни единого промаха. Ни единого раза по мне не попадет.
Симулятор тренировки для Call of Duty, как-нибудь, или Counter-Strike. Hello. Ох, ты черепушку раскроил нормально. Подобрал трубу паренек. Кинул в него палку, нет. Прости, друг. Выпрыгнув из-за угла, я сделал еще один минус. Нет, к сожалению, не сделал. Где враги-то? Рили? Никого нет. Never coming. К сожалению, не успел я их не мерцающую надпись прочитать. Зато подобрал эмочку. Ух, террорюк-то сколько набежало, мазафака. Конечно, свимер. Изи. Изи пизи. Супер. Супер ход. Супер ход. Супер ход. Это же как в фильме «Последний рубеж» здесь. Единственный раз, когда ты проходишь, это вот финальное прохождение. Все попытки, которые до этого были, это не считается. Супер ход. Блин, надпись нечитаемая. Это что-то по типу карты? Я нахожусь вот здесь вот, где красная точка. Хорошо, продолжаем. Супер ход. Очередной часик. Нет. Здесь они надо мной глумятся в этой тюремной камере. Серьезно, что ли, уворачиваться просто? А, прикол. Нет, не допрыгивай я до него, к сожалению. Дай, док. Умри, пес. Ладно. И переиграть нельзя. Good dog. Так задумано было. Есть какая-то великая сила, которая следит за мной. Статуя собачки, what the fuck? Серьезно, с одного удара положил? Нет. Взял статуэтку собачки. Разбил об голову. А вот здесь прям матрица начинается. Оп! Взял катану, в прыжке разрезал. Нет, никого я не разрезал. Бросил песик. Ох, как ловко это разрезает. А вот это уже серьезно-то с оружием. Тут есть особый ход, когда ты не выполняешь их приказы. Может быть, да, если там выживать как-то от этих выстрелов. Возможно, что-то другое произошло бы. А то получается, предыдущая миссия слишком простая какая-то. Просто выполнить приказы и пройдено. Сейчас мастерски главное из-за угла выпрыгнуть. Да ладно, я пистолет разбил. Ну ладно, возьму катанку. Прости, мужик, прости. Изи. Ох, там сзади кто-то настреливает-то, пипец. Я так понимаю,
Друг дружку перебили там. Супер. Смотрим повтор. Ну да, музяки точно из матрицы не хватает. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Мастерское управление с катаной. Реакция тигра просто и скорость мангуста. Едем дальше. Супер. Зачем-то у меня в менюху снова выкидывает. Ну да ладно. Битва в лифте. Миссия номер 38. Ух ты, мазафака-то. Тоже грамотно еще подрасчитать нужно. Да, пистолетик, конечно, по красоте я разбил. С помощью катаны. То есть, получается, нет времени подбирать пистолет. Нужно в рукопашку. Бум. Нет. Садиться герой не умеет, как я понимаю. Элеватор пич. Да хватит меня убивать-то. Как-то я по... What the fuck? Вообще не понял, что сейчас произошло, но да ладно. Самое главное пройдено, лифт открылся, впрыгиваю за вторым пистолетом, подбираю. Делаю минус. Жду перезарядки. И прям вот так вот в плечико убиваю его. Изи. Нет, не попал. Ждем, пока пуля долетит. Издевайтесь ты. Она почему-то исчезает в пустоте, но это не серьезно. Концовочка, конечно, эпичная. Пройдено, ребят, пройдено. На изичах. Бум-бум-бум, сразу. В растерянности. Может быть, первый охранник попал выстрелом в оружие второго? Сумбурчик в начале, но... Жалко, вид от третьего лица нельзя сделать. Супер. Супер. Ход. 29.99 в стиме. Только сегодня. Снова приключение пса. Издеваться будут. Watch closely. Сейчас good doggy. What the fuck? Что происходит? Левый клик заставляет меня нажимать. We watching. Мы смотрим. За тобой. Ты дома. Мы наблюдаем. Представляете, хоррор такой вот. Как вот эта миссия сделана, какую-нибудь амнезию. То есть ваш герой входит в дом, усаживается на диван, и потом вам предлагают посмотреть глазами демона какого-нибудь. И вот так вот он к вам приближается, вот так, рывками, с таким же звуком. Тун-т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 ун. И реально тут кроме левого клика ничего не нажимаем, он сам перемещается. Так, за каким-то мужичком наблюдаем тут непонятным. Да, Север, 30 рублей, 29.99. Точно, точно.
Avizas. Try to disconnect. Escape to disconnect. What if... Не успел я прочитать. Попробуй снова, говорит. Keep you forever. Escape не работает, ребята. Помогите, эта игра разрушает все реалии. Все, сработал escape. Гимча, привет. Да, это супер ход. Снова уходящее сообщение. Гуру чат. This is not a game. Это не игра, выходи. Пока можешь. Кто-то нас предупреждает. Что, можно факов ему написать? Ок. Хорошо, я сделаю это. Я не знаю. Извини. А, я не понимаю, он, наверное, написал. Выходи срочно. Обещаю, что не запустишь никогда эту игру снова. Я не запущу. Проговори каждое слово. Я никогда не запущу. Суперход. Точка .exe снова. Good. Хорошо. Чат завершен. Че, обманем его? Не знаю, с кем здесь герой переписывается. Вон Северандерикс тебе продаст ссылочку на торрент. За 10 рэ, нет, это дешево. Дешевле, чем 29.99, нельзя никак. Get down. Что такое? Впрыгивать я буду с катаной? Ух ты. Вот и все. Ох ты, сверху еще охранник. Ничего себе их там. Патроночек-то нету. М-ка не долетела, к сожалению. Но я подобрал пистолет. Метким выстрелом на опережение. Я его не убил. Метким выстрелом вторым на опережение. Ох, точно в цели. Суперхот. 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 Аккуратнее с ссылочками. Рагнир там бот автоматом банит. Ты мне лучше в личку кинь. Я либо на перерыве, либо после стрима гляну. Чтобы сейчас не отвлекаться. Сразу минус 3 с катаной. Минус 4, минус 5. Пентакилл. Изи пизи. Супер. Ход. Телефон. Или рация. Что-то выдали мне здесь. Но неважно, не пригодится. Подобрал пистолет. Даже тени в этой игре есть. Посмотрите, обалдеть. В правый висок пристрелили. Эта игра поддерживает тени. Высококачественно. Дивизион со своим графоном отдыхает просто. Здесь нанографика. Да, в личку ВКонтакте. Обновлю пистолетик. По-любому кто-то на лифте приедет. С дробашом! Да ладно! То есть я каким-то чудом еще и не попал по нему. Да ладно, сейчас все патронки облетят его. Ха-ха-ха!
Ровно промеж глаз. Ну да ладно. Ну да, то есть нужно двойное прохождение делать. Сначала пройти вот эту игру в Oculus Rift, а потом пройти Layer Sapphire. И можно сразу ехать в дурку. После прохождения этих двух игр в Oculus Rift. Крыша точно. Да ладно, забыл я про него. Крыша точно. Тихо, но поедет. Хочешь, мужик, брать как хочешь. Я тебе предоставил такую возможность. Близко. Нет, не стреляй. Мастерский врыв там, мастерский врыв. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Кинул Рагнер? Ну ладно, отлично. Гляну потом ролик, про который ты говорил. Снова через небольшой участочек возле дверного проема не летят пули. Патрон нету. Только не уворачивайся, прошу тебя. Идеально, просто прям. Идеальное прохождение. Смотрим реплей. Оп. Мастерский врыв в комнату. Подобрал эмочку. И всех остальных перебил. Ох, красота. Спидран прям какой-то. Не, ну Outlast, он менее такой, скажем, страшный и жуткий, нежели Layer Sapphire. В Outlast я с удовольствием перепройду в Oculus, а в Layer of Sapphire я побоюсь, наверное, играть первое время. Там реально крыша может уехать. В визуальном плане, в плане страха и жути, все-таки Layer of Sapphire пострашнее, нежели Outlast. Хотя Outlast тоже интересно. Кто же, интересно, наблюдает за мной здесь? Через камеру, через эту. Вторая камера. You know the way, ты знаешь путь, потому что ты здесь уже перемещался рывками. Идут подсказочки. What the fuck? А вот и тема про Oculus, ребят, лолище. Смотрите, голова у него одновременно с моей мышкой, у него голова крутится. То есть матрица в матрице. Опаньки, какой поворот-то, кто ожидал? Сидит красный парень, охранник он или не охранник, неизвестно. И в окулусах шпилит суперход, то есть сам в себя играет. Вот этот поворот. То есть наш главный герой сидит здесь за пультом. Смотрю вниз, он смотрит вниз. Смотрю наверх, он смотрит наверх. Окулус в окулусе, и окулусом погоняет. Ну, раз здесь в начале досовская система, то, скорее всего, два лап, да. Опаньки, я смогу зайти к себе в комнату. Как это? See if it hurts. It's the only way.
Смотрите, на мониторах мы видим самого себя. Do it now. Типа, убей сам себя. Да ладно, зачем? Я не хочу убивать сам себя. А вот эту фишечку могли бы вообще в какой-нибудь хоррор добавить. Было бы прикольно. Ну, нежели в суперход, просто в хоррор добавить вот эту фишку, где сам себя со стороны видишь. Ну, в самом начале Симмеры кирпичи посыпались без меня, и толком не прошли бы мы Лейер Сафир в Акулосах. В первые там несколько минут кирпичи, кирпичи, кирпичи. Do it now! Just do it! Говорят нам разработчики. Зачем? Он же такой хороший здесь сидит в шлеме. Это единственный красный злодей, который за нас сражается. Зачем его убивать? Да во все старые игрухи, и в Prey тоже, в Time Shift, Singularity, всякие амнезии, всякие Need for Speed. Во все это интересно будет перепройти. Потому что сейчас качественных игр не делают, и новый взгляд на старые игры будет прям вот в темку. Убиваем, чё? Умри! Как твоя голова говорит? Болит. Должна. Йо, тритинг. Как тритинг переводится? System like a toy. Кто этот красный злодей? Кто нам подсказывает на протяжении всей игры? Непонятно. В конце кажется, что это мы сами себе писали сообщение. О боже мой, вот эта интрига. Сами себя предупреждали, чтобы покинул матрицу. Но наш герой не соглашался. Мы говорили об этом. Здесь твоя история заканчивается, говорят. Ничего не происходит, ребят. Суперход экзе поврежден. Readme TXT не работает. Replace экзе не работает. Сеттинги не работает. Апс не работает. Демс не работает. Целлюлин не работает. Все не работает, нифига ничего. Придется нажимать quit. Shooting down. Remember. Помним и следим за тобой. Серьезно, что ли? Я, конечно, слышал про то, что из игры нужно выходить, но не думал, что на самом деле так. То есть полностью из игры выходит. Ее нужно перезапускать. Вот такой вот здесь поворотец. Проверка диска. Повреждена. Память повреждена. Анделик, спасибо за донатец. Надеюсь, сейчас голосовой стишок заработает. Фристайла, рок зе микрофон. Strong from the top my dom. Carry on is фристайла. I got 100 mm. Тотрофон. Бум чека 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 на 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 на. Пыщ пыщу уи эйо. Аува. Чек май банана. ВК онлайн фореви кучерява. Call me baby one more time. Oops, I did it again. You be my стишки там долгие такие? Алист ин ми гейм. Авип новемба. Да, полностью Симмера игруха выходит на рабочий стол, то есть заново приходится перезапускать ее.
Это некая фишечка в игре. Суперход, суперход, суперход. Погружает вас полностью в процесс. Тоха, привет. КС в 2028. КС-ку я не планирую играть. С 4 марта будет Pass of Exile. Новое дополнение крутое, посмотрим. А с 8 марта дивизия будет. Tom Clancy Division. Суперход, суперход, суперход. I just want to get back in game. Такой троллинг от разработчиков. Мол, дайте нам поиграть. Что за концовочка такая? Пачок, привет. В квест, да, желания что-то нет, наигрался я в него. Просто неохота. What the fuck? Раньше это была заставочка, а теперь здесь перемещаться можно? Да ладно. Забавно придумано. Мы заходим в игру через заставку. Где вы еще такое видели-то? Обалдеть графика. Ну здесь, ребят, вы бы, наверное, уже... рехнулись, если бы в Oculus Rift были. То есть каждый... из нас, я думаю, коньки бы здесь отбросил уже. Глаза потекли бы. И прямая дорога в дурку. Представляете, вот в это в шлеме. По-моему, говорил я уже, Симир, про картинку. И не скидывай ее. Она у меня где-то лежит, и, скажем так, не найду я ее. Ну, точнее, найти-то найду. Просто не хочу скидывать. Давай, будем честны. Но она не на рабочем столе, она просто для стрима фоном идет. What the fuck? Помогите! Где я вообще? Что это? Почему графика такая? 2016 вроде на дворе. Может быть, я в прошлое переместился. И мы проходим Quake 1. Хотя в Quake 1 графика-то лучше была. System will shape you. Нет, Симир, только не это. О боже мой. Ты специально сидел на всех стримах, чтобы дождаться картинки рано или поздно? Ну пока ачивка еще не сделана. Супер. What the fuck? Hot. У меня уже крыша едет. What the fuck? Что за вынос мозга здесь пошел сейчас? После... перезагрузки игры. Анделикс еще полтишок закинул. Спасибо, дружище. Видяха все ближе и ближе. Ха-ха-ха. Странный тут чат какой-то. За деньги, а народу нет. Я че тут один? Помогите. Что происходит? Ох ты фак. Мы все умрем. Этейшн. Верните мне мои деньги. Че за какую фигня? Таблетку белую или коричневую? Супер. Просто вы понимаете, что у меня сейчас в голове происходит? Тут в игре непонятный хаос просто. Трэшовый. Андерикс еще стишки кидает трэшовые. У меня мозг сейчас взорвется. То есть примерно происходящее в игре соответствует тексту, написанному Анделиксу в донате. Супер. What the fuck? Супер. Хот. Супер. Хот.
Две кнопки заставляют меня нажимать. Hot. Disposable. Bodies as are disposable. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Зомбирует. Спасибо, дружище, кто подписался. Добро пожаловать. Может, это по заказу Обамы какая-то игра специальная? Чтоб Super. Крыша съехала. Hot. Super. Leave this body. Покинь это тело. Yet to hot switch inter enemies. Да ладно. Ничего себе, вселяться можно. Вселяться в соперников можно, ребята. Все подвластно. Матрица-то это. Подвластно. Опаньки, выкосил. А где дробаш-то мой? Почему он наружку выкидывает? Страшно. Фак. Катя, девочка так-то. Да ты подписался? Подписалась. Ну, добро пожаловать. Девочка так-то. Я потому что ник не видел. Супа. Ход. Ёлы-палы. Селился. Пистолет разрушается. Очередной донатец от Анделикса. Спасибо, дружище. Ох ты ж. Чего ты решивай сразу? Норм стежки. Вот, например, один. Любовь неспешно тянет сахар, а за границей два швейцара. Ты не грузи меня на завтра, я лишь бананы взял за рубль. И чтобы глупо не звучало, покушать можно два китка. Короче, денег тебе кину. По чесноку и без отката. Смотрите, руки, what the fuck? What the fuck? Руки с клюшкой. Блин, у меня точно крыша сейчас поедет. Взял телевизор. Или что это такое? Микроволновка. Не, ну сегодня, конечно, ребят, игра на стриме. Просто вынос мозга. Взял дробаш. Сделал еще минус. Неужели я пройду эту миссию? Стреляй же, друг. Выкинул. Можешь селиться у него. Супер. Изи. Супер. Ход. Супер. Ход. Ну странно, как-то там руки с клюшкой были. Обычно просто клюшку берет. Здесь на этот раз вместе с руками. То есть они прикрутили еще какой-то некий тайный, скрытый смысл, скрытый сюжет к этой игре. Сразу же стреляет сверху, вселяюсь. Ямочку, естественно, подобрать нельзя. В прыжке убиваю парня. Ох, какой мастерский килл сейчас будет. Обалдеть. А, перезарядка и до свидания, да? Да. Что это там бежит по лестнице? What the fuck? Раздробленный парень какой-то бежал там по лестнице красной.
С выступа на выступ перепрыгнуть нельзя. Так, вселился. Здесь уже с этим парнем, с дробашом, я понял, как разбираться. Метким ударом в голову. Отобрал дробаш, сделал выстрел. Чуть-чуть подождал. Срезал еще одного. Бежит паренек с лопатой. Когда в меня пульки летят, у меня перезарядка, свое оружие, кидаю летящие пули, будешь жить. Надо попробовать. Но, ёшки-матрешки. Никаких полосочек с откатной способностью, что-то я не вижу. Непонятно, когда она мне откатывается, когда нет. И в задницу прилетела пилюлька. Убиваю парня с дробашом. Понятия не имею, как я убиваю в прыжке. То есть я при этом даже удар не наношу. Зато ударил. Попытка номер триллиард. Убил парня с дробашом. Взял дробаш. Убил сразу снизу паренька. В прыжке убиваю справа. Нет, не убил. Да-да-да, вижу. В центре экрана надпись Ready. Когда готова способность. Подобрал лопату. Дробаш пустой, не пустой? Что происходит? Снова Ready. Ход. Пройдено. Да, чем дальше, тем сложнее получается. Как же не гипнотизируете этим суперход. Разбил зачем-то шотган. Подобрал еще один. Сделал минус. Минус. И все. Изи. Какой-то кейс, даже два там кейса. Прости, мужик. Это гениально просто. Сам у себя отобрал шотган. Тихо. Я жив. Ох, ох. Близко-то как было.
Изи? Ох. А этот уровень прям вообще классный. Нон-стоповый экшен. Да вот и не так сложно, Дерикс оказался. Сам себя, конечно, шотган по красоте отобрал. Можно в замедленном посмотреть. То есть подбираю дробаш. Он на перезарядке. После вот этого фрага. Я его сейчас... Не-не-не. Как раз вот в него вселился, сам у себя отобрал дробаш. Гениально, Ватсон. Супер ход. Продолжаем. Такая игра была без слоумо на скорости. Но если в реальном времени, да, было бы сложно. Даже, наверное, нереально проходить. Если бы не в слоумошечке, а просто в реальном времени. На тех же пулек тяжеловато было бы вернуться. Тебе нужно больше деталей? Да, давайте. Ох, текста сколько. Читаем, читаем внимательно. Последний звонок. Взял телефон и трубку бросил. Наверняка кого-нибудь убил, разбил, подобрал. Прыгнул, кинул. Подобрал пистолет. Сделал минус. Попал в плечо. Прокинул еще один ствол. Подобрал. Увернулся от патрон, сделал выстрел. Убил дальнего с М16. Из-за угла никого нету. Подобрал М16. Хотел сказать, из-за... Ох, из-за угла кто-то выпрыгнет. Но нет. В двери вбегают разъяренные охранники. Да как ты живешь-то так, мазафака? В меня еще летит. Че-то, по-моему, тут хана мне. С ним мастерски как-то от патронок поворачиваться. Оп! Изи, my friend. Когда там переселялочка у меня? Откастится. Спасибо, Андерик, за поддержку. Вроде стишка там я не увидел. Да ладно! Глянь. Фуф. Что-то мне кажется громковато этот. Донатец там говорит. Кейс. А такое начало классное просто было. Ну сейчас будет еще красивее. Все, кидаем. И мусорный пакет. Нет, не прокатил. Взял трубку телефона. Вселился. Развернулся на 180 градусов. Ударил ему с руки. Отобрал пистолет. Сделал хэдшот. Впрыгнул. Спасибо, дружище, кто подписался. Добро пожаловать. Срезал парня с М16. Пока едет поезд, выкинул пистолет, подобрал автомат, развернулся на 180 градусов. Убил двух парней, выбегающих из дверей. Развернулся снова на 180 градусов. Начал стрелять сразу. Сделал первый минус. И умер. Да фак! Тихо, разве мужичок этот в донате сообщение читает? У меня в наушниках очень громко. Можно в дальнего вселиться. Хотя эмочка у него разбивается. Возможно, ее как-то можно... Косой.
Да, вот это прохождение получилось на удивление кардинально другим. Живи, живи, дружище. Нет. Загонялся им за пивком уже. Ох. По красоте. Развернулся на 180 градусов. Дал зубан, отобрал пистолет. Убил парня с М16. Выкинул. Да кто у меня там в задницу опять настрелял? Бум! Взял пистолет. Ха-ха. Че, боится мне? Забавно. Подобрал эмочку, начинает простреливать. Да как так? Это не серьезно. Окей. Ударил в голову. Отобрал пистолет. Убиваю парня с эмкой. Выкидываю пуху. Сзади кто-то по мне настреливает. Кто-то там все время выживает. Черт. Не, в него лучше не вселяться. У него эмочка. Попытка номер 3583. Выкинул телефонную трубку. Можно сразу вселяться. Ликвидировал парня. Вот, иди. Ох! Вот кто меня все время убивал. Осталось два охранника, которые все время меня убивают. Изи. Супа. Хот. Мастерское прохождение. Оп-оп. Вот так вот профессионал играет в КС-очку. Реакция тигра. Супер. Повторяй за мной. Mind is software. Mind is software. Ужасай. В каждой игре должна быть миссия с поездом. И в этой игре она тоже есть. Ох, тут вниз-то надо, наверное. Да. То есть, спрыгивая вниз, нужно еще подобрать шотган успеть. Но я не успел. Поэтому будем импровизировать. Летящие пули, так, слоумошечки. Каждую дробиночку видно. Ну, в реальном времени интереснее смотреть. Когда уже полностью прошел уровень, повтор обязательно смотреть. Ну, то есть в игре его не обязательно смотреть, но я его специально смотрю. Глянуть, насколько круто это было. Здрасте. Ох ты ж. Не, ну с дробашом-то идея отличная просто.
Отбивай пули своей черной штукой. То есть ты предлагаешь мне шотган кидать? Ну или кейс, да, как вариант. Нет, не стреляй! Мужик. Нужно было у него вселяться, у него же шотган, мазафака. Нет! Не ухватился за дарабашек. Ох, даблкил же был. Как красиво. Ну, каким-то чудом меня все равно попал. Бум! Просто изи. Ух, там сзади еще фак. Так и знал. Битва в позе-то суровая. Е. Какая-то подсказочка там была еще дополнительно. Гениальный страт. Подобрал оружие. Сразу сбрил двух дальних. Не сбрил. Ух, мазафака. Дабл килл, 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 килл. И калашик не улетает от меня. Не открыли сзади двери. Супер. Супер-хот. Супер-хот. Так, реплейчик. Ну, перемещение прям как в CS-очке. Только не в CS:GO, а в 1.6. Так вот врываешься, всех раскидываешь. Повторяй за мной. What is possible? Это то, что там тонна текста было. До этого глюки. Мазафак это. Прости, мужик, прости. Не пролетает, что пролетает нормально. Вот еще легче даже. Викинг, привет. Мастерское владение калашом. Что-то непонятно, это то ли калаш, то ли М16. По такой модельке, конечно, точно не понять. Снова заставляет нас повторять. The system will set me free. О боже мой, освободите Вилли. Снова с катанкой начну. Жаль. Снова калашик разбил.
патронок. Сзади дробь-то прилетела. Офигеть. Как мне повезло-то, что он косой такой. Супа. Ход. Просто изич, изич, пизич. Серьезно, подобрал катанку, сделал еще минус. Подобрал эмочку. Ну или калашик, в общем, непонятно. Застрелил одного, второго. Подобрал катанку, мимо меня дробь пролетела. Щелк, щелк, изи. Супа. Супа. Ход. Ну я за КС-кой сейчас викинг вообще не слежу. Вот, когда последний раз сыграл. Ноябрь-декабрь. После этого и не играл, и не следил даже. Фрагмент из первой матрицы колонны с лифтом. Ну что-то похожее там было. Теперь нам предлагают прогуляться по длинному тоннелю. Неужели музыка какая-то пошла? Нет, это просто звук был. Что-то не к добру этот длинный тоннель. Супа, ход. Или это очередное издевательство от разработчиков? В нашей игре 30 часов геймплея и один длинный коридор. Не, музяка все-таки играет какая-то. Супа. Ход. Все это приелось теперь. Специально так делает. Гипнотизирует. Супа. Ход. Я даже когда игру удалю, буду там ходить. Супа. Ход. Will hot switch into the core. Битва с главным боссом. Принц, привет. Коридор из наверху, да? Да, точно помню. В титрах. Длинный такой проход был. Если не ошибаюсь, какая-то игруха еще от создателей наверху да выходила. Тоже про такого же геройчика. Take the core, возьми ядро, говорят мне. Ну или дотронься до ядра. Сейчас узнаем, что нас хотят. Не та сторона. О, дробашек. Молниеносная реакция. Просто реакция тигра. В прыжке можно убить. Выкинул. Подобрал пистолет. Сделал один выстрел. Выкинул. Подобрал дробаш. Убил. Тут же минус нулю. И вот мы пробрались в тайное логово красного треугольника. What the fuck? Я думал, пуха. Какие-то щипцы, молотки, огнетушитель. Дайте мне нормальную оружку. Как так? Должен был перезарядиться дробашка-то. Да, и ходил с недельку. Супа, ход. Проснулся. Супа, ход. Супа, ход. Перекусил. Супа, ход. И на улице так каждому встречному. Супа, ход, говорить. А, может быть, стрелять по нему надо? Ну-ка. О, даже так. Они там бесконечные, наверное, были. То есть я тупо вселился в это ядро. Загрузка данных. 1.0.1.1. Доступ закрыт. Похоже, не получилось взломать. Берем пепелку.
А пистолетик далеко улетел. Ох, я мог селиться в него. Прям за доли секунды. Взял пепел, кинул. Пистолет снова от меня улетает. Но на этот раз я... Нет, я не могу у него вселиться. Значит, начнем с него, пожалуй. Все-таки дробаш страшнее, чем пистолет. Какие они резвые. Я представляю, Симир. Огреть кого-то бутылка по голове со словами «Супа! Ход!». Вошел в бар, дал кому-нибудь пепелкой по голове «Супа! Ход!». И передвигаться при этом еще в слоумошке. То есть не просто кого-то быстро ударить пепельницей по голове, а медленно. Нету патрончиков. Enter the core, говорят. Я был близок. Попытка номер миллиард. Не попал. Да, действительно можно патрончики решимать. А то у меня все на руки так не доходили потестить. Мимо. Кто же все время спинов на нас стреливает? Я вижу, вижу. Какой гигантский шрифт здесь в игре. Enter the core. Какой-то мозг здесь рисуется из скобочек. Ох! Что это он своего так убил? Или... What the fuck? What the fuck, это зеркало, что ли? Что это? Забавно. Нет, здесь... Нет, это не зеркало. Ах, а было бы круто отобрать шотган, развернуться. Супа-ход. Блин, точно приелась едкая фраза. Справа никого нет. Срезал еще одного. Офигеть, он мои пули там от меня оббегает. Даже патрончик лети в него. Хотел выстрелить в нее. А некуда деваться было. Супа. Ход. Ух
Фак, а ты мою патронку сбрила. Да, финал-то, если это финал, сложноватый. Убил мужичка, выкинул ствол, подобрал. Обновленный нет. То есть они умудрились еще попасть по пистолету, который лежал здесь и никому не мешал. Вот здесь пистолет лежит. Все, они каким-то чудом не... Фак. Супа. Ход. Опаньки, своего пристрелили. Забавно. Да что-то мне подсказывает Симир, после Акулуса я никуда не побегу. Я просто надену смирительную рубашку и меня увезут. Я буду в процессе еще бредить со словами суперход. Нету патрончиков. Умри, прошу тебя. Yeah. Как близко патронка пролетел. Ну вот же, отличное уже начало. Надо как-то тут аккуратненько двигаться сейчас. Чтобы не запороть прохождение. Все. Нет. Нет патрон. Слева дробаш, справа эмки. Фокус он закор, наконец-то. Дешифровка последней части мозга. 82%. Нет, нифига. Значит, еще одна такая будет. Чего они друг дружку-то валят? Это вариант получше. Да, главный герой уже умеет вселяться в гигантскую пирамиду. Вариант просто прокинуть оружку. Супа ход. Блин, я был так близок. Полностью сосредоточился на прохождении. Да фак тебе в руки-то. В бочину срезает.
Набрал ствол. Убил парня с калашом. Срезал паренька с пистолетом. Уклонился от шотгана. Убил в плечо, выкинул оружку. Подобрал эмку, развернулся на 180 градусов. Срезал. Нет, не срезал. Тут, походу, нужно в них вселяться по-любому, иначе... Не судьба. Какие умные охранники-то, ёлопал. Ты издеваешься, мужик, с катаной. Справа и слева, не повсюду не попал. Как? А вот так. Это прям как в третьей части Матрицы, когда Нео со Смитом сражались под дождем. На протяжении 40 минут. Так же я здесь прохожу. Блин, ну в плечо-то можно же пропустить попадание. Зачем сразу умирать-то, если в плечо попадает? Нифига мне катана. Дробашка все-таки получше будет. Я выжил, это самое главное. Воткнул ее, ничего себе. Вот это здесь физика. Ну, по крайней мере, у меня будет катана, ёлы-палы-то. Просвистели пули. Спасибо, дружище, кто подписался. Добро пожаловать. Фак. Что-то, по-моему, мне здесь кирдык. Могу я вселиться? Нет, не могу я в нем вселиться. Жесть. Свистели пули. Каким-то чудом еще в бочину снова. Шел 2020 год. Наш герой бился за пирамиду. Спасибо, дружище. Добро пожаловать. Так, срезал еще одного. А где емочка-то? А, вот она, емочка. Патроны, что делать? Думай, думай, думай. Кидаем эмку. Берем огнетушитель, кидаем еще его. Подбежал им в голову просто.
прямо перед лицом. Так, подобрал дробаш. Сколько их здесь перебить-то надо, ёло? Спасибо, дружище, добро пожаловать. Шел 2028 год. Герой по-прежнему бился за пирамиду. Жесть. Уай. Подобрал ствол? Надо прям аккуратненько тогда. Прицельными выстрелами. Как? What the fuck? Соперник тоже может уклоняться просто от дроби, еще и в спину настреливать. Подобрал ствол? С этого начинается наше приключение. С подбирания ствола, да ну нафиг. Все, представлю, что больше повторных попыток нету. Фак. Да, с акулосом, швакулосом. Гарпокс. В акулосе тут точно башню снесет. Но опять же, пока разработчики не запилили еще поддержку. Но планируют. Шел 2038 год. Пульку сбил. То есть даже после вот этого нападения... Да ну нафиг. Да, конечно, крыша ездит уже по 100 раз проходить отсюда. Супер ход. А представляете, без слоумошки эту миссию просто пройти с обычным течением времени. Нереал, наверное. Даже супер задрот квестный не пройдет. Хотя нет, почему? Можно будет зашкериться где-нибудь и ждать, пока они сами прибегут. Правда, вся фишка, что они стреляют на опережение. Убивал бы первого, кто с дробашом бежит. Давай попробуем. Попал? Да. Отлично.
Бери ямочку. Я на секунду подумал, что я разбил оружкой оружку. Ох, я выжил. Шесть. Нет! Голос. Голос уже срывается просто. От безысходности. Взял, убил. А так хорошо все получалось. Так, подобрал дробаш. Срезал паренька. Ни хрена я его не срезал. Шел 2048 год. Наш герой застрял на вечном матрице. Ох ты, семочка, я убил еще. Нет! Не стреляй! Шесть. Все, я уже автоматом здесь навожусь на них. Тоже нет. Да, в 2078 пройду. Шел 2052 год. Главный герой уже начал прихрамывать на ногу. У него отросла двухметровая борода. Нет, дробь летит. Пистолетик, дотянись. Как? Ну... Как? Умри, демон. Почти сделано. Упс, упс. Фу. Алилу, привет. Шел 2062 год. На землю напали пришельцы, и два года была ожесточена битва. А главный герой по-прежнему застрял в матрице и не мог принять в этом участие. Я в какое-то более-менее безопасное место выбежал. По крайней мере, оно так таковым выглядит. О, фартануло! Стреляй! Семен Семенович! Фак! Грустямба. Ну, вначале я попробовал вселиться, не получилось. Давай еще разок попробую. Вроде бы не вселяется он здесь.
Сейчас пройдем. Это самая сложная миссия, самая сложная сложность. Какой хедшот. О май гад, в прыжке просто. Бинго-бонго-чпонго. По-моему, патрон тоже ни хрена нету. Отлично, просто фраги там должны быть. Как же долго-то релоудик. Должен. Да сейчас монитор разобью с ноги нахрен. Мы за черную кошку играем, Семер. Постоянный дежавю. Главный герой — кошка. Жесть. Такой хэшотик там был. Забавно, конечно, так наблюдать, когда у тебя патрончик летит. И уже ничего ты с этим поделать не можешь. Нео, наверное, точно так же себя чувствовал, когда на крышу агент Смит по нему стрелял. И тот пытался уклониться. Ладно. Что делать? Фак. Блин, я думал, попал в него этой катаной. Я должен пройти эту миссию. Unbelievable, unstoppable. Уже просто идеально идет просчет. Обратите внимание. Оп. То есть эта игра демонстрирует работу мозга. Как искусственный интеллект обучается, так же и мозг. С каждым перепрохождением просто подстраивается под соперников. Уже на опережение стрельба идет. Фак. Я хочу пройти и отдохнуть. Ну, то есть и перекурчик сделать после того, как пройду. Пока приловчился-то. На опережение стрелять. Ты еще хрен знает, сколько там будет соперников после того, как я всех перебью. Мимо. Ладно. Фак.
Но это я эпично так выбрасываю, то есть я оружку просто выкидываю. Именно обычно. Парой ходим, парой. Ну уже, перезаряжайся, дробашек. Здрасте. Фак. И наступил наконец-таки 2078 год. Наш герой по-прежнему бился, но на этот раз он уже знал, что делать. Нет, там 2077 был. Сейчас 2078 будет. И на этот раз наш герой знал, что делать. Мастерски овладев всеми видами оружия, он легко разделался со всеми врагами, которые были на его пути. Шел теплый июльский вечер, и наш герой был полностью. Заныкался просто. Здесь хоть пистолет есть. Да, привет, меня зовут Бориалан, и я знаю, что делать. По одному давайте, мужики. Не попал, что ли? Вот отстой. Этот мистер Дробашек. Долетит патрончик? Нет. Не долетел. Да ладно, что же он так уклоняется-то грамотно? Финиш ит! Нет! Прошу тебя, нет! И что делать-то? Нет патрона. Ready to switch. Yeah! Easy! Easy peasy. Вообще без проблем. На изичек. Просто, просто прокатился с ветерком. Так, и что это такое? Типа я за ядро играю? Ох ты! Так, нормально. Постреляемся с пирамидки. Пуха воздуха какая-то. Игрпокс, да. 78-й вышел. Ну, точнее, идет до сих пор. You are still weak. Ты по-прежнему слаб. И снова мы в этой тюряге находимся, только на этот раз жуткой какой-то пиксельный. Так, что нам здесь предлагают делать?
Something is holding you back. Ну давай, рассказчик. Подсказывай нам. Ох! Идите на свет. Графон, да, лучше. Здесь две нужны. 980-е видяхи по-любому. Чтобы игра как-то у вас более-менее 30 кадров выдавала. Ну, минимум 16 гигабайт оперативки. Mind. My body is holding me back. Все, наш герой уже порабощен. По крайней мере, хоть перестали говорить все время. Супер ход. Супер ход. Супер-супер ход-ход. Так, и снова я пришел в комнату, где до этого сам по себе стрелял. И на этот раз нам предлагают застрелить нашего героя. Прости, мужик. Endless mod unlocked. What the fuck? Все? Супер. Только сказал, что нет этой надписи. А, убейте меня. Супер ход. Супер ход. Супер. Повторяем все дружно. Супер ход. Супер ход. О, жесть. Так. И музяка такая, которой так не хватало на протяжении всей игры. Че он так громко? Музяка даже очень громко, ребят. Все, я потише ее сделал. Чего? Ракуем? На каком, на польском он поет? Ракуем, ракуем. Просто смысл. Номерной знак, ракуем. Номерной знак. Получается, да, получается конец. На колею знак. Мы поставим знак. Постреляем знак. Кто, ребят, польский знает переводить? Не, на этот раз, я думаю, вряд ли нужно перезаходить. Вот такая вот игрушка за 29.99 в Стиме. Коротенько, на пару часов геймплея, да. Точно. Зеч, мама, зеч, тата. Чешская игра. По-чешски, не по-польски. По-чешски, ребят. Это чехов язык, конечно, гарный. Конечно, я чувствую себя супер-хот. Супер-хот.
Да, придумали они, конечно. В целом, прикольненько, но... Ну, не знаю, это далеко не за 700 рублей. Не стоит оно того. Контра это дешевле стоит. Ты больше играть будешь. В этом плане, да. Просто покупайте эпичный саундтрек в конце. Вот саундтрек классный. Прям так и хочется танцевать. Наверное, про номерной знак поют. Машина есть номерной знак. На каждой машине есть знак. И спереди, и сзади есть знак. Посмотри на номерный знак. Не, ну до конца титра досмотрим. Сейчас посмотрим, конец это или не конец. Непонятно. Суп. Ход. Все, мне заело уже это. Суп. Супа, супа, ход, ход. А что, бузячки-то не завезли второй? Что-то похоже, денег у них хватило только на один саундтрек. Но Ананделикс подсказывает, что это не конец еще. Это некое... Ну давайте. Escape to skip. Сейчас посмотрим. Система сама, наверное, перегрузится, перезагрузится. А может Ананделикс нас обманывает, и мы его сейчас забаним? Навечно. Один из нас. Один из нас. Система. Нам нужно больше. Дай нам больше своих друзей. Покидаем ссылочку за 29.99 в Стиме. Пусть все купят. Хитрые разработчики. Привет, имя друга здесь. Не могли бы вы проверить эту игру? Это новый инновационный шутер, в который я буду играть годами. Инновационный просто шутер. Поздравляем. Теперь вы свободны. Свободно можете играть в супершот. Вечно. Супершот. Что-то я начал называть уже. Суперход. Play Endless мода, челленджи. Train for upcoming. Sprint. Promote the game. И можете шарить свои записи. Киллстаграм какой-то. То есть это некая сюжетка, сейчас какие-то доп. Миссии еще будут. Нажмите Escape и примитесь за дело. Какие-то дополнительные уровни появились, смотрите. Челленджи. Readme, Replay, Recruit. Что такое Recruit Exe? Давайте посмотрим. What the fuck? А, лол. То есть он меня вообще в браузере перекинул куда-то. На какую-то страничку. Это не черти. Да, давайте, ребят, сейчас пару минут перерывчик сделаем. Потом посмотрим, что это за уровни такие.
челленджи и тому подобное. Ну хотя бы, чтобы полное представление об игре вы имели. Да и мне тоже интересно посмотреть, что там такое.